Поклонники сообщили, что в определенном ракурсе популярная актриса очень похожа на главную сваху страны. Пост в Инстаграм был опубликован не самой Аленой, а ее близкой подругой Татьяной Навкой. Фигуристка пришла на российскую премьеру фильма «Мотылек» и следом разместила совместные фотографии у себя в аккаунте. «Пришла поддержать и поздравить свою дорогую подругу, Елену Бабенко», написала Татьяна. «Это ее первая в жизни как режиссерская, так и продюсерская работа. Кто как не я понимаю, насколько это сложно, волнительно и ответственно совмещать все эти задачи и еще быть главной героиней. Дорогая моя Аленочка, поздравляю, у тебя получилось, ты справилась с такой сложной задачей. Весь фильм я сидела с замиранием сердца, и чувство страха не покидало меня. Кто любит психологическую драму, рекомендую к просмотру». Подписчики принялись обсуждать, откуда могут друг друга знать Навка и Бабенко. Кто-то вспомнил, что их дружба началась с ледникового периода. Потом дружно оценили красоту и талантливость обоих женщин. Кто-то сообщил, что обожает актерские работы Бабенко, значит и режиссерскую теперь тоже посмотрит. И вдруг кто-то заявил, всегда нравилась Бабенко. Но очень жаль, что такие узнаваемые раньше актрисы теряют свое лицо. Пока не прочитала, не поняла, кто это, на Розу Сябитову похоже, видимо, неудачный ракурс. Да, Алена и Роза Сябитова на этих фото, одно лицо.